Всех приветствую, рада вас видеть на своем канале. Сегодня хочу поднять такой вопрос, ответ на который мы вместе с вами дадим в конце видео. А можем ли мы воспользоваться такими обучающими интерактивными платформами, которые существуют уже много лет подряд, как, к примеру, LinguaLeo сегодня на наших онлайн или офлайн занятиях? Я считаю, что абсолютно да. Хотя многие коллеги отказываются по двум основным причинам. Первое — это то, что много платного контента, хотя не стопроцентно. На каждый день есть вдоволь всего, чем мы можем пользоваться абсолютно бесплатно. И вторая причина — это, конечно, применение перевода. Наши современные учителя потихоньку отказываются от этого метода или минимизируют его. Но я думаю, что есть классные идеи, которые можно адаптировать и делать из этого PowerPoint'ы или просто прямо на занятии включать это все через демонстрацию и прям готовыми сетами отрабатывать. В любом случае, сайты существуют давно, целая команда специалистов трудится, и сегодня я увидела много новых функций, тоже залипла, как сейчас говорят на сленге, на пару часов, пока это все понажимала, и уже понимаю, что да, можно это как-то применить и на своих занятиях. Обычно я передаю этот инструмент своим ученикам для самостоятельного использования. Если у них порядок самодисциплины, если это их заинтересовало, то они пользуются и без меня. Иногда мы применяем грамматические здесь задания. Они, конечно, с переводом, что немножко мне не нравится, но все равно это эффективно и полезно для закрепления определенной грамматической темы. Можно поискать много видеоматериалов, аудиоматериалов. Есть готовые jokes. Даже недавно мы со студенткой, у нас в книге попалась такая тема «I'm good at telling jokes». И у нее было задание найти анекдоты на английском языке и рассказать их так, чтобы было смешно. И мы даже зашли на этот сайт, почитали, посмеялись. Я вспомнила, что есть здесь есть готовые уже задания, тоже с незнакомыми словами, которые можно тренировать. Джунгли — это именно материалы. Learn — это вот такие инструменты интерактивные, а Dictionary — это все, что вы себе забрасываете в ваш словарик и потом тренируете. Есть даже функция для учителей, как мы видим. Я пыталась сегодня что-то сделать с этим. То есть можно создавать тоже группы, классы, можно задавать им задания, но для этого, насколько я поняла, нужно ваших учеников тоже здесь зарегистрировать. И тогда вы можете просто готовое задание отправить ему и отследить его прогресс. Мне кажется, на всех подобных платформах и на Quizlet везде сейчас есть такие функции. Это очень удобно. Есть, если вы здесь постоянно находитесь, у вас есть план на каждый день, вы можете увидеть готовые задания на страничке Home. Вот мне предложили сегодня потренировать speaking, предложили потренировать past perfect continuous, еще зайти в саванну, потренировать слова. Это когда сама программа решает за вас, что вам нужно сделать. И это обычно разнообразие или чтение, или аудирование. Это не одно и то же. То грамматики чуть-чуть, то есть тоже сама программа рассчитана, мне кажется, на разнообразие. Буквально чуть-чуть покажу, что сегодня обнаружила. Есть платные функции, конечно же. Вот такие желтые значки говорят о том, что это платно. Но, как мы видим, даже в процентном соотношении здесь много всего абсолютно бесплатного. Вы можете выбрать готовые сеты слов из списка и отправить их на изучение. Вы можете сами создать такие сеты для ваших учеников. Очень похоже на Quizlet. Вы можете изучить слово в каком виде. Сейчас хоть одно для примера возьмем. Мне не очень нравится, конечно, что тоже не все работает быстро, но по понятным причинам дают картинку, дают слово, дают перевод и даже есть транскрипция. Если слово уже известное, нажимаем «Я знаю», если не знаем, нажимаем на «Study» и изучаем тогда уже на наших интерактивных заданиях. Так, потом вы можете составлять, вот здесь, где конструктор слов, у вас спеллинг тренируется или у вашего студента, когда есть буквы, и вы составляете слова, которые вы тренируете сегодня, например, 10 штук в вашем сете. То есть поставить буквы по порядку. Есть перевод, можете его пропускать, англо-русский, русско-английский, двусторонний перевод. Карточки, те же слова выглядят каким образом? То есть здесь можно как раз дефиниции хорошо применить или синонимы. Вот, у нас есть слово, есть транскрипция, и, например, если вы студенту это задаете, когда он правильно скажет, вы покажете ему в итоге картинку. Вы можете взять дефиниции, можно синонимы, как я говорила, можно какие-то объяснения применить, чтобы исключить перевод. И таким образом применяется потом еще визуально карточка. Также мы видим, что здесь есть аудирование, ну, суть понятна, слышим слово и вписываем.
не расслышали, можно повторно нажать. Barney. Вот мы услышали слово, если что-то не Barney. Совсем, нажимаем еще раз. Есть подсказочки в виде картинок. Можно удалить слово, можно сказать «я не знаю». И, конечно же, вернуть студента обязательно на повторное доизучение. Есть конструктор предложений, но так как я давно сюда не заходила, мне говорят, что недостаточно. Можно тоже зайти и готовые сеты выбрать, прям готовые фразы, предложения, тоже их потренировать. Конечно, это лучше сделать до начала занятия, чтобы понимать, что вашему студенту сейчас там будет попадаться. И есть Savanna, это сугубо для LingvaLeo. У нас зеленый фон, Savanna. И слова, которые изучались в сете, они просто спускаются вниз, и нам нужно нажать здесь перевод этого слова. И если все хорошо, то вы набираете баллы. Вот у нас 4 варианта, и нам нужно нажать на правильный вариант. Вот если вы неправильно что-то сделали или вовремя не нажали, ваш студент исчезает в жизни. Тоже такая интерактивная, интересная игра. Так, выходим. Система, конечно же, не работает прям как ракета, что немножко нужно учитывать. И сегодня я обнаружила, что появилось чтение. Да, про уровни не сказала. Конечно, мы можем выбирать уровни. Скорочтение. Вот эта функция была совершенно здесь новой, и я сама на себе попробовала. Честно вам скажу, 2 раза заходила. Максимум, что я запомнила, первых 4-5 слов. Даже из этих легких текстов. Я знаю, что это навык, который тренируется отдельно. Вы можете выбрать кусочки книг. Нажимая на стрелочку, выбираете из списка. Как мы видим, список довольно-таки большой. И появляется кусочек текста сейчас перед нами, который исчезает, не сам текст, через 5 секунд отдельные слова выпадают из текста, и потом мы делаем gap filling, вставляем пропущенные слова. Нам показали, что конкретно нужно сделать. 1, 2, 3, даже, мне кажется, меньше, чем 5 секунд, да, каких-то 2-3 секунды. И задача студента или визуально запомнить, что там было, но я попробовала 4-5 слов максимум. Не натренировано у меня скорочтение. И, конечно же, мы подставляем все в текст. Пару раз я заходила на тот же текст. И в чем интересность? Каждый раз они убирают другие слова. То есть если вы хотите прям до автоматизма это сделать или потренировать этот кусочек прям вот до дыр, вы можете пару раз это делать, и ученик будет вспоминать, что было перед этим в том пропущенном месте. Сейчас это уже другое слово. Ну и, конечно же, для наших экзаменов мы можем тренировать это каким образом? Guessing или prediction. То есть из текста, из контекста, из конструкции предложений мы можем понимать, что там будет примерно. Это крутой тул для того, чтобы именно reading потренировать. История сами по себе, как мы видим, тоже прям или адаптированные, или оригинальные, взятые из книг. Мы можем обсуждать эти кусочки, мы можем задавать вопросы, мы можем их retell, пересказывать. Этот инструмент мне очень понравился, так как я знаю, что для многих студентов reading — это больное место. Шикарно, быстро, интерактивно, и мне, конечно же, было что-то новое. Какой еще инструмент появился, которого раньше не было? Это тоже аудирование, но там рандомные фразы. Это тоже бесплатно. Put the words together. Есть список, из которого мы тоже можем выбирать. Довольно-таки большой. Нажимаем, слушаем. My parents came to America from India. And they met in college. Тоже робот. В настройках, насколько я помню, можно менять голоса, акценты. И составляем предложение. My parents, то, что услышал наш студент, обычно они слышат только первых пару слов, если это начинающие уровни. Came to America from India. And they met... Тоже можно догадываться, даже если они все не услышали, можно посмотреть на слова и тоже развивать этот навык в колледже. Все правильно, галочку поставили. И таких пару заданий. На несколько минут потренировать listening, why not? Шикарно. Так, мы покидаем это задание. Это из новых функций то, что я сегодня тут обнаружила. Буквально покажу еще грамматику. Если вы уже выбрали
заранее ваш уровень, и вы тренировались. Вот мне сама система предложила сегодня потренировать Past Perfect Continuous. И, конечно, здесь применяется перевод, это немножко огорчает. Я кричал, но для тренировки, для отработки я считаю неплохо. Had I been shouting? Had I been shouting? Да, тоже компьютерная озвучка. Если вы в Zoom, вы можете просто не включать совместное использование звука компьютера, и ваш студент не услышит этого. То есть вы можете просто ему показывать и озвучивать без этого робота. Я думаю, можем попробовать вместе с вами увеличить. Да, если увеличить экран, вот смотрите, я обычно это делаю каким образом? Ctrl на клавишах, на клавиатуре, плюс-минус, там, где калькулятор у меня с правой стороны. И тогда вообще перевод исчезает. И вообще мы можем обойтись без перевода и попробовать составить вообще с нуля это предложение. Это будет сделать сложно. Конечно, перевод помогает, упрощает. Вот этот инструмент, или я даю студенту, когда вижу, что у него еще все сыровато в этой теме, ему нужно еще как-то закрепить, он не совсем почувствовал, тоже как вариант. Ну и, конечно, здесь много всего разнообразного, и новое, что появилось тоже для меня, вот сегодня мне предложили попробовать speaking. Я тоже вам рекомендую посмотреть на это задание. Конечно, визуально мне не очень нравится, не очень качественно сняты видео. Это, конечно, заметно, но для тех, кто боится говорить, применяя веб-камеру или микрофоны, свои гарнитуры, ваш студент может дома и без вас, не на занятии, это тренировать. По уровням, по темам выбираем диалоги. И мы можем брать любую роль из диалога. Если у вас парные занятия или в группах, они могут это тренировать между собой. Смотрим ролик. Hey, I'm trying to start a band. Are you interested? Sure, I play guitar. Is this your first time joining a band? Yes, but I've always wanted to be a rock star. How often do you play? Every day after school. Wow, we need someone like you. Finally, somebody needs me. Послушали кусочек, нам показывают фразы, и мы можем это все записывать. То есть выбираем или разделяем наших студентов по сессионным залам в Zoom, и они могут это потренировать между собой и дома потренировать просто без вас. Так, озвучка, я уже забыла, как здесь озвучка, я буквально сегодня это обнаружила. А, вот вы нажимаете, кого вы выбираете, пускай это будет барышня. Нам предлагают фразу, вот сейчас меня уже прям записывает, я вижу по микрофончику, мы должны озвучить эту фразу, и нам в конце покажут результат, но, естественно, он сейчас будет плохим. Да, одну звездочку даже мне поставили, то есть у меня работает веб-камера. Sure, I play the guitar. Да, все, и потом вы можете тренировать до автоматизма, или ваш студент, то есть была одна звездочка, достигнет двух, или там трех максимум. Я считаю, крутая штука. Ну, конечно, визуально. Yes, but I always wanted to be a rock star. Мы видим, что немножко это, конечно, так. Визуально не очень качественно. Но почему бы нет? Наверное, это все на сегодня. Я думаю, что скорочтение я обязательно буду применять. Попробую, потому что многим студентам хочется что-то читать, но они иногда ленятся, иногда считают, что это очень сложно. А в таком формате, как предложил этот сайт, мне очень даже понравилась эта идея. Всем спасибо за внимание и жду ваших комментариев. Как вы считаете, можно этим пользоваться на онлайн-уроках или нет? С удовольствием почитаю ваши ответы. Всем пока и до новых встреч!